Здравствуйте, дорогие телезрители, на телеканале ТДК-42 с вами вновь молодежное ток-шоу «Кто, если не я?» и я его ведущая Айгуль Турушбаева. В настоящее время современные танцы развиваются с каждым годом вновь и вновь. И тому не исключение танец хип-хоп. И поэтому тема нашей сегодняшней передачи – хип-хоп как искусство, а именно в городе Уральск. Давайте начнем. У нас в гостях это Асан, Алина, Алишер, Никита, Наталья и Азамат. Асан, давайте начнем с вас. Вот расскажите, пожалуйста, об истории танца хип-хоп. Я знаю, что она очень интересна. Ну, прежде чем говорить о хип-хопе как о танце, стоит сказать немножко вообще о культуре, потому что очень часто встречаются такие вопросы, люди не понимают различия между хип-хоп-культурой и хип-хоп-танцем как таковым. Сама культура хип-хоп у нас зародилась в 70-е годы в Южном Бронксе, это Нью-Йорк. Родоначальники, основатели это Кул Херк, Африка Бамбада, которые ввели основные понятия о стилях и о тех как бы гранях культуры, которые входят основные. Это танец брейкинг, это MC, то есть мастер церемоний, который работает с микрофоном, это диджей. Также у нас есть уличный стрит-арт, как граффити. И чуть позже добавлялись такие понятия, как битбокс. Это, ну, если вы слышали об этом, это люди, которые воспроизводят всевозможные звуки при помощи, как говорится, только рта. Хорошо. А вот, Алишер, скажите, пожалуйста, вы как танцор, вы насколько знаете, когда стал зарождаться танец хип-хоп именно в Казахстане? Именно в Казахстане? Ну, я думаю, то, что у нас в самом Уральске он начал зарождаться в середине 2005-х, наверное, оттуда. А в самом Казахстане он в разных городах по-разному развивается. Например, есть города, в которых он уровень очень такой хороший, развитый, да, это как в Алматы, например. Есть города, в которых он хип-хоп он давно есть, но уровень такой низкий. Такой, ну, на уровне такого начинающего. Там по-разному можно судить, потому что Казахстан очень большая территория. У нас до ближайшего города 500 километров. И у каждого по-своему развивается, у каждого свой темп развития танца. А вы как считаете, Асан? Ну, я думаю, что волна именно культурная в хип-хопе, она была довольно-таки давно. Я очень часто разговариваю со взрослыми людьми и часто встречаю, когда мне говорят, а мы тоже, когда были молодые, мы там делали волну, там крутились на руках, на полу, там в разных старых ДК. То есть это очень, все это было давно, но по сути в городе Уральске хип-хоп, основная его часть появилась где-то в 2000-х годах. Это в то время появились первые турниры. Мы, в принципе, знаем всех тех ребят, кто начинал в городе у нас. А танец хип-хоп, по сути, появился где-то в 2010 году. Именно четкое понятие о танце, о его основе, о его базе, что необходимо для его развития. Где-то в 2010 году, это после того, как мы начали посещать всевозможные фестивали по СНГ и начали привозить информацию в город Уральск. А до этого были танцы, да, но все это было на уровне, это еще такое смешное название, раньше все использовали верхний брейк, так что как-то так примерно. Понятно. А вот Азамат, да, как давно вы начали заниматься танцами? Как давно вы танцуете? Ну, вообще, в общем плане танца я занимаюсь уже около 14 лет, а именно хип-хопом я уже занимаюсь более 5 лет, надо сказать. А что сподвигло? Ну, сподвигло то, что мне самому просто понравилось танец хип-хоп, видел других ребят, как они занимаются, так и молодежи. Вот. Мне просто понравилось, хотел попробовать, попробовал, мне просто ушел головой туда. Ну а вас, Наталья, мне что привлекло? В принципе, то же самое. Я смотрела и на ребят, которые танцуют, видела какие-то соревнования, проходящие у нас в городе. Смотрела по телевидению какие-то вещи, передачи там или еще что-то, где видела эту культуру. И меня, в принципе, танец и музыка всегда с детства интересовала. И я как бы была счастлива от того момента, что я вообще здесь, и не хочу как прекращать заниматься этим как бы, и по сей день. А вот, Никита, ответьте, а хип-хоп – это уличные танцы? Хип-хоп можно назвать и уличным танцем. Так, сначала они были как
занимались ими в гетто изначально, в 80-х годах в Америке. Потом они перешли более современные и стали развиваться постепенно. И их приобрели более, ну, такое, достаточно популярное. Мейнстрим. Мейнстрим, да, стал. Популярный среди молодежи он стал. Все мои друзья, допустим, любят слушать музыку хип-хоп. И также переходят на танцы. А вот, Алишер, на самом деле танец хип-хоп практически самостоятельное направление в искусстве. Да, он, это как бы новая культура молодежи, можно так сказать. Оно вовсе отличается от всех культур, которые мы знаем. Оно, она такая мультикультурная. Можно сказать, то, что хип-хоп, он есть в каждой стране, в развитых странах, достаточно очень развитых странах, он есть хип-хоп-культура. И все его понятия, базисы, это у всех, всем они понятны. Это то, что плюс, то, что если я, например, или кто-то из нас поедет в какой-нибудь Париж, в Англию, в Японию, ты уже, у тебя уже есть свои же единомышленники, которые этим занимаются. Это очень приближает людей на расстоянии. То, что мы очень разные, но эта хип-хоп-культура, она всех сводит воедино, можно так сказать. Несмотря на расовость, там, на то, что у тебя какая-то религия, но нет, на это не смотрится, чисто это как бы культуру планетарного, можно сказать, масштаба даже. Просто в меру своего развития в разных странах. Хорошо. Давайте прервемся, дорогие телезрители, и посмотрим очень интересный сюжет. Внимание на экран. Достаточно просто начать двигаться. Оставаясь на месте, ты лишь провожаешь еще один день за горизонт. Часто спрашивают, что дали тебе эти танцы? Танцы никому ничего не должны. Наоборот, это я отдаю им всего себя. Нужно просто научиться танцевать, проникнуться музыкой, почувствовать ритм. Это то, к чему действительно стоит стремиться. Путешествуя по городам и странам, ты не только расширяешь свой кругозор, но и открываешь для себя новые грани танца. Фестивали, джемы, сейшены, батлы — это неотъемлемая часть хип-хоп-культуры. Хип-хопу безразличен твой социальный статус. Хип-хоп — это искусство, которое объединяет людей разного возраста, стран и вероисповеданий. Хотелось бы отметить, дорогие телезрители, что автором данного креативного сюжета был Алишер Гумаров. Алишер, скажите, пожалуйста, вы так сильно прониклись этими танцами, что сняли такой сюжет интересный. Как это удалось у вас? Ну, идея была на самом деле такая давняя, так, чтобы, ну, чтобы снять про хип-хоп от одного лица. Его, просто снять чисто его мысли, как он к этому относится, что он об этом думает. И мы выбрали трек. И на этом треке мы хотели, хип-хоп это все-таки же под музыку же танцуется, там, чтобы музыкальность должна быть, все должен под бит, чтобы должен быть четко, логично под этот трек. И мы выбрали трек, и под этот трек все это сделали, и вставляли определенные моменты, слова, смотря на эту музыку и на этот анализ. Сама музыка такая, атмосферная, да, ты задумываешься даже, можно так сказать. И также мы создали такой же ролик, не эпичный, а такой близкий к человеку.
сама, да, ближе, чтобы она стала ближе и понятна каждому человеку, чтобы который посмотрит ролик. Чтобы больше людей, молодежи мотивировать. Да, чтобы... да, основные тезисы и основные принципы хип-хопа здесь уже сказаны, то, что хип-хоп ты сам отдаешься, другим отдаешь, это как добро, делишься с другим человеком, да, то, что не смотрится на возраст. Например, в этом ролике там есть и взрослые, и маленькие дети, и это люди среднего возраста разные, все они были собраны в одном зале. Нигде, не знаю, нигде в никаких этих концертах, фестивалях, ну, концертах не собирается такой разные возрастные группы, как на таких танцевальных фестивалях в основном. Да, здесь могут собраться 40-летние, 35-летние, 10-летние, и они все общаются наравне. Вот самое интересное, потому что они, нет такого, что ты маленький, ты меня должен уважать, там, потому что ты маленький. Да нет, они уважают друг друга, потому что они занимаются одним делом. Их это очень объединяет, и они общаются наравне. То же самое мы общаемся с людьми, да, у нас, когда мы в кругу, у нас есть парни, которым по 16 лет, по 17 лет. Они младше тебя, что ли, на 10-15 лет, но ты с ними как тоже общаешься наравне. То есть с уважением также. И хип-хоп, я думаю, приводит всего к этому, к взаимопониманию. Хорошо. А вот давайте заглянем все-таки в статистику. Вот, а ориентировочно, сколько у вас участников, сколько танцоров хип-хоп именно в городе Уральск среди молодежи? Ну, я могу сказать одну такую вещь. Мы как-то с ребятами подсчитывали. С 2010 года по 2015 год, вот по декабрь считая, мы в нашей, ну, то есть, ну, там, в наших студиях, там, залах, позанималось больше 4000 человек только на хип-хопе в нашем городе. Из них около 10 чемпионов есть у нас, то есть, которые выросли, здесь они сидят, вот, чемпионы. То есть, как бы... По статистике, в принципе, в среднем, ну, думаю, где-то в студиях по 30-40 человек занимается на хип-хопе, я думаю. Где-то так, примерно. А много ли студий в городе Уральск? Где можно обучиться? Студий на самом деле хватает в городе, но у нас в основном большинство студий базируется немножко на других направлениях. Это больше, наверное... по фитнес-системам каким-то, фитнес там, разминкам всевозможным. Хип-хоп как таковой, как танец сам, преподается, наверное, думаю, наверное, в 4-5 максимум студиях. Ну, то есть где-то так, да, где-то 4-5 студий, наверное, у нас преподают. А вот, Алина, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь танцами? Танцуете? В общем, я танцую с 4 лет, а хип-хопом я начала заниматься с 11 лет. Вот. А вот чем привлек именно это, чем привлекло это направление танца? Ну, я смотрела много всяких фильмов, как «Шаг вперед» или всяких видео, и мне это очень понравилось, я думаю, что мне это подойдет, и это оказалось так. А участвовали ли вы в батлах? Да, я участвовала в основном в Уральске в батлах, но один раз, пару раз я ездила в Самару и там участвовала еще. А вот, Асан, скажите, пожалуйста, вот как часто проходят танцевальные танцы по этому направлению хип-хоп и где они проходят? Ну, по направлению хип-хоп чемпионаты проходят каждую неделю. Есть регионы, ну, допустим, крупных городах, мегаполисе, допустим, в Москве чемпионаты по хип-хопу проходят 2 раза в неделю. То есть, получается, грубо говоря, через каждые 2-3 дня проходят чемпионаты. Но это такие в основном регионального масштаба. Крупные чемпионаты проходят по всему СНГ. Есть около 5 чемпионатов мировых, европейских, наверное, около тоже 4-5, и азиатских 2-3. Но я говорю только о самых крупных, где очень большие призовые фонды, где, ну, то есть масштаб совсем другой, как бы. А так, в принципе, довольно-таки часто. Просто, наверное, в разных регионах по-разному, как и говорилось уже, где там, где больше развития, соответственно, и чемпионаты проходят чаще. Если говорить о городе, о нашем, то мы стараемся
по мере возможности проводить в месяц раз небольшой турнир, но это турнир больше как бы ориентирован на студентов, которые у нас занимаются. Там есть направление хип-хоп, причем оно одно из основных. Так, в городе, ну, в год, я думаю, проходит около 2-3 чемпионатов, более-менее покрупнее областных, республиканских, где есть направление хип-хоп. А что необходимо сделать? Каких ряд мероприятий для того, чтобы происходило очень глобальное развитие в этом направлении именно вот в нашей области, в городе Уральск? Ну, наверное, для начала необходимо, чтобы была поддержка со стороны наших властей и вообще различных всевозможных структур, потому что мы смотрим, у нас есть такой некий ориентир, мы все равно смотрим на заграницу, смотрим на крупные города СНГ в плане проведения вот этих всех турниров. То есть там очень есть сильная поддержка. То есть там очень много меценатов, которые поддерживают современные танцы. У нас с этим немножко сложновато, потому что немного пока еще не так развито все, ну и играет роль немного менталитет, все равно как бы азиатская страна, и все, может быть, не так быстро развивается, как хотелось бы. Чтобы развить это на более масштабный уровень, я думаю, нужно проводить больше мероприятий, которые будут освещаться телевидением. Потому что в любом случае телевидение у нас есть, и его смотрят, и многие не знают просто о существовании всевозможных школ и вообще о преподавателях. И очень нам было очень приятно то, что вы пригласили нас на передачу, и мы можем теперь полноценно высказаться и рассказать о том, ну, что вообще происходит в городе по поводу культуры. Вот. Ну, больше чемпионатов и поддержка нужна. А так, я думаю, молодежь потянется в любом случае. Просто когда нет вот этой частой периодичности турниров, детям очень сложно показывать себя в плане... Всегда же нужно... Танцор — это такой человек, который по мере развития должен постоянно себя где-то показывать. Иначе у многих пропадает желание, да, танцевать дальше, потому что они не видят, как бы, не видят той точки, к которой нужно двигаться. То есть если будет проходить крупный чемпионат в нашем регионе, они будут знать, что к нему нужно готовиться. А у вас там есть там полгода, и нужно готовиться упорно к нему, чтобы прийти, показать себя на 100%. А так как чемпионаты, ну, проходят, ну, скажем так, не так часто, как хотелось бы, немножко бывает с периодичностью какой-то спад. Ну, после чемпионатов обычно у нас просто куча народ. Ну, сами понимаете, как бы... Информированность. Да, да, просто народ потихонечку узнает. Мы стараемся постоянно где-то танцевать, показывать в парках. Там. Ну, не всегда, правда, получается часто, но мы пытаемся, по крайней мере, развивать это все. А вот смотрите, Асан, а вот само направление танца, хип-хоп, оно всегда развивается или оно неизменно? Ну, оно стили, развивается постоянно. Техника. Постоянно. Изначально были базы, которые взяты из таких танцев, как брейк-данс, паппинг, локинг. Какие-то базы из этих танцев были взяты и перенесены в хип-хоп. Но хип-хоп это же в первую очередь музыка. То есть мы не можем говорить о танце, не упомянув музыки. И сама музыка, она очень емкая, она очень свободная, и поэтому танец такой же свободный. То есть невозможно загнать хип-хоп, танец, загнать в какие-то рамки, потому что изначально их и не было. То есть есть база основная, в ней больше 110 элементов основных только, и на каждый элемент есть 5-6 вариаций, и там просто куча всевозможных техник, которые берутся из других стилей. И танцоры в хип-хопе, именно в хип-хопе, очень часто
встречается такое, что он становится более экспериментальный. Допустим, французы первыми начали использовать хип-хоп-хореографию как экспериментальный танец. Они добавили туда всевозможных движений из классики, немножко, скажем, грубо говоря, обрубили их по-своему, и под интересную этническую музыку танцуется такой хип-хоп, хореография. То есть, ну, в плане развития оно всегда есть. Невозможно просто, я же говорю, взять и остановить. Вы всегда будете развиваться. Вы выучили одно движение, а через два занятия вы приходите, и вам показывают еще три вариации на это движение. Вы учите три вариации, вы приходите еще на следующее занятие, и вам будут показывать, как делать это же упражнение, только используя различные уровни, уходить ниже, выше. То есть это постоянное развитие. Хорошо. А вот, Азамат, ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот, мне интересно, а вот на самом деле, что в разных странах танцует по-разному хип-хоп? Ну, в разных странах, потому что каждый танцор воспринимает по-разному именно разный танец, но именно хип-хоп везде одинаково, потому что база одна и та же идет. Просто каждый человек именно от этой базы отталкивается, у него делает свое по-своему, как ему нравится. А вот, Наталья, скажите, пожалуйста, танцуя хип-хоп, скажем так, тренируется все тело, как бы тоже некая гимнастика, да? На самом деле это так? Ну, в принципе, от любого танца у вас будет прекрасное тело и форма, потому что вы работаете над собой. Ну, а здесь постоянно непосредственно все части? Конечно, задействованы все части тела. Это танец, и мы танцуем не только ногами там, и руками, а начиная с головы до ног, да, все тело задействовано в танце всегда, постоянно. А есть какие-то сложности? Сложности, конечно, есть, безусловно, но для каждого человека они разные, поскольку у всех физическая подготовка там или как бы свое ощущение, свое тело, оно разное, и каждый человек может по-разному учиться и воспринимать какие-то упражнения. Кому-то будет сложно выполнять какие-то упражнения в партере, внизу, например. Ну, в общем, для всех это индивидуально. А вы как считаете, Никита? Да, у меня существует проблемы с мышечной памятью, то есть мне тяжело дается запоминать некоторые движения, то есть я пытаюсь дома, стараюсь перед сном повторить некоторые движения, чтобы запомнить. Вот, допустим, мы изучали недавно такую связку хорошую. Наши профессионалы, они справляются с этим. А вот я как-то, мне это не дается, я занимаюсь, стараюсь. Ну, как-то это мне не дано, но я пытаюсь это сделать. Я себя мотивирую, Асан меня мотивирует. Он пытается говорить, что я смогу. Кто, если не вы, начнете да, это делать? Кто же, да, кто же, если не я. Я стараюсь, заставляю себя. Даже хотела когда-то бросить хип-хоп, но потом подумал, думаю, надо развиваться все-таки. И когда-нибудь я, может, буду хорошим танцором. Надеюсь на это. Хорошо. А вот, Алин, какие вы можете дать советы новичкам? Ну, если они будут участвовать в батлах, то не волноваться. Да, например, я очень волнуюсь перед батлами, и это не очень хорошо. Могу иногда теряться, но со временем я пытаюсь себя настроить на лучшее и перестать волноваться. И вот это самое главное, я думаю. Нужно быть более открытым и на батлах, на джемах, на всяких выступлениях. Ты вообще не должен думать ни о чем, просто быть свободным. А вот, Алишер, как вы считаете, какова перспектива развития дальнейшего танца хип-хоп в городе Уральск? Перспектива развития, ну, как говорилось ранее, как говорил Аса, если, конечно, будет хорошая поддержка, начиная от спонсоров, от населения, там он может потом очень развиваться, плюс к тому, если он будет дальше развиваться, хип-хоп, у нас выйдут люди уже с мировыми именами, более-менее, которые будут знать уже вся Европа и вся Россия, так, можно сказать, и выступать на таких крупных чемпионатах во Франции, как джаз-дебют. Называют такой очень, ну, общепланетарный такой чемпионат, где собирается целый стадион людей, которые занимаются таким стилем, таким, ну, хип-хопом. Да, было бы круто, если была поддержка. Была бы еще. Есть поддержка, будет перспектива. А если нет никакой поддержки, то не будет никакого развития. Будет развиваться нам хип-хоп, но уже в более таком
не в таком масштабе, как мы хотели бы. Но мы будем же ездить все равно за свои деньги, будем ездить куда надо. Но уже как таково, это займет очень много времени. Просто 5-10 лет уйдет на то, чтобы поехать на какой-нибудь хороший чемпионат без поддержки. Окей, но в любом случае, кто, если не вы, начнет заниматься развитием, да? А именно хотелось бы уточнить, устраивали ли вы масштабные флешмобы, допустим, на площадках где-то в городе Уральск, у нас очень много, да, таких мест, Стелла, допустим, очень глобальный, да, можно же устроить, по сути, флешмобы танцевального плана? Ну, мы устраивали флешмобы, максимальное пока то, что мы делали, это, по-моему, около 100 человек мы делали флешмоб. Мы поддерживали Альянс студентов Казахстана, и вместе с ними мы делали флешмоб на Машук Мамедова. Да. Это был очень большой флешмоб. После этого, после флешмоба мы сделали небольшой такой сейшн. Ну, это термин такой, это такое небольшое собрание, круг, в котором танцоры по очереди показывают свое мастерство. И было интересно, это сколько это, пару лет назад было, да, у нас. Было интересно то, что мы там танцевали, и приехал Аким. Приехал Аким, поздоровался со всеми, похвалил нас и поехал дальше по делам своим. Ну, было интересно. Но мне кажется, надо почаще устраивать уже такие флешмобы танцевальные на площади, на улице, это, то есть, знаете, приурочено к какому-либо мероприятию. Это может делать, но это то же самое. Волокит в том плане, что надо писать в Акимат, надо писать заранее, за 2 недели надо оповещать, надо писать письмо, вот это все. Это, знаете, волокит то, что это сковывает. Не все, мы же танцоры, мы не ходим с бумажкой туда-сюда, в какие-то инстанции разрешения просить. Было бы намного легче, если бы, да, была поддержка, и они тебе, ты к ним пришел, вот, сказал такой план мероприятий, сказал, вот мы хотим такой сделать, и они как бы помогли бы с этим. Мы же не госслужащие, чтобы все знать тонкости, а мы творческие люди, мы не, это, там, нет такого, что мы хотим, вот на столе, если мы хотели бы сделать, нам мы писали бы 3-4 письма, ждали бы 2 недели, это же волокита, зачем? То нам проще сделать студию, по сути, квартиру. Необходима поддержка. Ну да, очень. Да. В первую очередь. Бывает. Проще сделать в паркиру и в студии. Мы делали на Манчик Мамедова сейшн, было 2 года назад. Нам пришли, милиция пришла. Сказала, что вы здесь танцуете, это запрещено. Люди какие-то жалуются. Там такое столкновение было. То есть нет поддержки? Да, они некоторые не понимают до сих пор. Все-таки же каждый своим. Не все люди понимают. Народ у нас все равно как бы был за нас. Тут это была такая просто ситуация немножко нестандартная. Мы просто сами не поняли, что тогда произошло. Но это же прошло, это уже давно. В плане... народ все равно он тянется потихонечку, это радует. Очень часто я теперь слышу от взрослых людей, они начали более-менее разбираться, что брейк-данс – это не все танцы в общем, потому что большинство людей думают, что вот есть брейк-данс, и вот да, и все, что существует в современных танцах – это брейк-данс. Это неправильно. Брейк-данс – это только основа. Ну, то есть в плане – это первый танец, который входит в хип-хоп-культуру в целом, как один из элементов ее. А все остальные танцы современные просто потихонечку развивались. Дальше, 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 больше. Вот. И радует, что люди потихонечку начинают у нас как бы узнавать, что есть хип-хоп, что есть паппинг, что есть хаус-дэнс. А влияет очень сильно сейчас всевозможные передачи, которые появляются на телеканалах, на российских телеканалах, на казахстанских телеканалах. Потихонечку у нас мода на всякие всевозможные танцевальные шоу появляется. Вот. Это очень тоже сказывается, потому что люди, которые приходят к нам на занятия, допустим, в зал, они уже приходят с какими-то знаниями, потому что они видят на передачах, допустим, танцоров. Там же также все идет представление, спрашивают, какой стиль вы танцуете. И после этого они показывают свое мастерство. И уже видно, как бы у человека есть какое-то понятие о танце. То есть
хотя бы краткое, там, не знаю, 30-секундное понятие танца, но в целом он уже видит, какие движения там есть и все остальное. И за счет этого немножко сейчас становится ситуация получше в плане народ узнает. В свою очередь хочу отметить, что очень часто я встречала в том же парке Кирова некие батлы, которые вы устраивали. И вы молодцы, ребят, то, что на самом деле молодежь заряжаете позитивом, направляете в нужное направление, скажем так, в плане Спасибо. Танца. Вот. Двигайтесь и развивайтесь в том же духе. Асан, скажите, пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям, танцорам будущим. Ну, я желаю, наверное, всем нашим танцорам быть немного поувереннее и быть более открытым к миру. Потому что, как говорил Алишер, если ты и Алина, ты будешь открыт к миру, значит, тогда все будет проще, и тогда будет очень быстрый поток обмена информацией, все будет только лучше. А зрителям нашим могу сказать, ну, всего хорошего и приходите к нам на танцы. Ну, не только к нам. В городе очень много всяких студий. Приходите просто на танцы, потому что танцы – это не только здоровое тело, это отличное настроение, это море позитива, море новых знакомств. И вообще в целом как бы танцы – это искусство. И мы, в принципе, пытаемся его развивать как-то. Отлично. А вы, Алишер? Ваши пожелания телезрителям? Ну, я пожелаю, чтобы вы слушали качественную музыку, хорошую. Не то, что вам навязывают там каналы, телевидение, а выбирайте то, что вам по душе. Потому что музыка – это самое главное в танце. Какую музыку слушаете, такой и танец у вас и будет. Вот о чем я пожелаю. Грамотную музыку. И читайте книги побольше. Побольше книг читайте. В свою очередь хочу, ребят, вас поблагодарить. Развивайтесь, дерзайте в этом же направлении, вовлекайте больше молодежи. Кто, если не вы, на самом деле, будете вовлекать молодежь в этот мир искусства, как хип-хоп. А я, в свою очередь, с вами прощаюсь. И с вами была я, Айгуль Турышбаева. До скорых встреч.